Этот праздник связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, славянских просветителей, создателей славянской азбуки, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Русская церковь особо чтит этих святых мужей за их труды, благодаря которым мы имеем возможность изучать Святое Евангелие и совершать богослужение на родном славянском языке. День славянской письменности и культуры – единственный в нашей стране церковно-государственный праздник. Он широко отмечается во всех славянских государствах. В Брянске в этот день на Соборной площади собрались около 1000 горожан. Совместно с Русской Православной Церковью мы отмечаем этот праздник. И мы вместе стоим на страже фундаментальных ценностей нашей морали, духовности, нашего единения нашего народа. Академические, народные и детские хоровые коллективы исполнили известные песни русских композиторов. На какое-то время вся площадь превратилась в один большой хор. Выступающим подпевали все, кто в этот день пришел к собору. Выступлениям не помешал даже проливной дождь. Такие же концерты в этот день прошли на главных площадях городов России, в том числе на Красной площади в Москве. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Брянск.